Канал Гетеклас, с вами Андрей Щетников, и я продолжаю вчерашнюю тему «Парадокс кинетической энергии». На этот раз задачка будет с такой формулировкой, ее предложил постоянный подписчик нашего канала под псевдонимом FF. Отличная формулировка, очень мне понравилась. Значит, она звучит так. Имеется лента транспортира, которая движется относительно Земли с единичной скоростью. И на этой ленте неподвижно стоит автомобиль. Потом водитель нажимает на газ, сжигается единица горючего, и за счет этой единицы автомобиль приобретает единичную скорость и соответствующую ей единичную кинетическую энергию относительно ленты. Ну ведь для него как бы лента это и есть Земля фактически, да? Вот, а теперь посмотрим на человека, который стоит на настоящей земле, относительно которой движется лента. Что он видит? Он видит, что автомобиль сначала двигался с единичной скоростью и имел энергию кинетическую единицу, а потом увеличил свою скорость до двойки. Кинетическая энергия – это квадрат скорости, соответственно, кинетическая энергия стала равна четверке. Ну, и тем самым произошло увеличение кинетической энергии с единицы до четверки на 3 единицы, а сожжена была всего лишь единица горючего. И спрашивается, а за счет чего автомобиль приобрел тогда такую энергию? Ну, и если вы разобрались со вчерашней задачей, то я думаю, что вы постараетесь и сегодняшней тоже разберетесь. Только не надо говорить, что тут расплывчатое условие, чего-то не дано. Все дано нормально. Для того, чтобы взяться и поразмышлять. Все здесь объяснимо. И если вы постараетесь, вы сможете это сделать. Так что успехов вам и до новых встреч.